Ха-ха, жулик спрятался. Коробка. Ну все, сейчас пугнешь его. Смотри, какое место себе нашел, класс. Да, хорошее место. Драпанула. Кто тут у нас спрятался? Так, мы оставляем вот эту коробку открытой, а потом приходим и смотрим, кто там сидит. Интересно даже. Кошачьи, да. Но это на завтра. Это на завтра. Раз мы здесь уже сделаем. Он полный. Жулик. Ты один пришел, что ли? Никто больше не хочет. Кусачка спит. Представляется, из 5 котов только один возжелал покушать. Эй, смотрите на него, на его глазки. Он проголодался. Значит, кто голодный, тот приходит и ест первым. Жулик, ты знаешь, что ты всегда кушаешь и всегда голодный? Так, тут не понравилось тебе, да? А тут понравится. Ну, у нас такой разборчивый котик. Такой. Он просто подождет, пока все покушают, потом не может кушать. Разве? Он же первый ест всегда. Ну, он первый и последний придет, но первый в том числе. Он уже и Масянька пришла кушать. Так, Масяня. Масяня пришла. Иди кушай. Она ждет, пока ты ее посадишь на холодильник. А, да, точно. У нас коты такие, что их надо собирать по всему дому. Я забыл, что тебя надо на твое место поставить. Иди. У нее свое место, и у нее в корме водичка. Ну, в этом мясе. И она постоянно вот... Начинает с первого. Да, начинает с супчика, как говорится. Вот так вот. Ну, видимо, остальные не голодные. Ну, мы на сколько часов? На несколько часов мы оставляем. Ну, иногда подъедаю до конца, иногда нет. Потом убираем. Так, а вот через минутку и Еврик подбежал. Еврик. Кусачка. Кусачка. Эй, кс-кс-кс. Не достать. Иди ешь. Ты что там сидишь? Кусачка. В общем, она медитирует.